Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 312. События дня. Притча Соломона 16.7. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. За 19 октября 2016 года. Ну и далее можете посмотреть ролик. Посвящается всем ушедшим из православной церкви. Михаил Кальмаев составил, ну как-то умеет составлять, выбирать, там отрезать из моих же роликов весь. Ну и дальше, как эпиграфу добавление. Женский вопрос. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Екклесиаст 7.26. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть. И сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. И 1 Тимофея 2.12. А учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть безмолвием. Вот кто примет это? Вот что впереди сказано это о женщинах. Скажет, так это говорили, буду говорить и говорить, пока дважды два не заучат. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. Вернулся с лекции отца Геннадия Фаста. Кто не знает Фаста, это город Абакан, Хакасия. Там храм Константина и Елены, их честь назван. И он там, протоиерей, магистр богословия. Чем больше слушаю вас и его, тем больше убеждаюсь в единстве духа. Одни выражения, одни суждения, одни примеры порой, хотя признать нужно, что батюшка более компромиссен. Он интересную вещь сказал сегодня, и я как-то сразу подумал о вас, точнее о тех безумных обвинениях, которые недруги выдвигают против вас. Значит, он сказал, а что он сказал? Ну, сейчас мы выделим это дело, сделаем заметнее. Ну, что тут, можно перевести даже в другой шрифт. Позиция церкви такова. Запрещено называть кого-то еретиком, покуда это не будет установлено на церковном суде. Вот так. Полагаю, сие полезно знать многим православным, особенно ярым ревнителям благочестия. Молитвенно обнимаю. Храни вас Христос. Вот маленькая, я сразу скажу, вот так. По делу записка-то. Вот они нападают. Да какая разница-то нападает? Для них все сказано было, что их ожидает, я сказал. А они-то еще больше разъярились. А теперь я и говорить не хочу даже. Вот показать на наши ресурсы. Вот мой мир. Я никогда не думал, что у нас тут так много открыто в ресурсах. Там модераторы работают, администраторы. Я сегодня посмотрел первый раз. Оказывается, там работают. И в Твиттере, и в Фейсбуке, еще какие-то названия. И в трех вариациях наш сайт. Вот это очень хорошее. Я перетаскиваю сюда все видео. Вот сегодня перенес сколько. Которые на моем канале. И которые здесь теперь есть. И вот вчера тема была такая. Еврейский народ тире чудесное творение Божие. Меня нападает за это, что я к евреям так отношусь, не разделяя жидов, евреев, иудеев. Я просто говорю о благословении Авраама, никогда не проклинать, ты можешь ошибиться. Ну и вот наш форум, православный форум. Очень большой, большие темы. И на первую страницу зайдете, главная страница, тут указано, так там много что найдете. Вот она, главная страница. И там оглавление. А вот здесь есть общий поиск. Вот здесь вот, я не знаю, видно, нет. Вот его нажмите, общий поиск. И рамочка, мне вставьте слово, какое вас интересует. Дети, воспитание, там, патриархия, объединение. Ну, что угодно. Ну, 1592 темы. Темы. Тут очень большие бывают такие темы. Вот это вопросы, которые 28. 28, а тут, кажется, по 50 страниц, на одной странице 50, там, ну, то есть 28 это много, много. 7134 просмотра, вот.
И вопросы вот здесь задавали. 3680 ответов дал. И 143 тысячи, 141 или 3 тысячи, даже не могу понять, 589. Это самый большой. Тут такой, как сказать, страница или... Не знаю. И вот наш православный канал. Все называется «Открытым оком во свете Библии». Я не люблю менять ни фотографии, ничего не меняю никогда. А вот консерватизм. Ну, консерватизм помог сохранить Библию. Это хорошее слово. На консервантах все и есть. Но это духовно. Вот сегодня я поставил, сейчас покажу, сколько тут прошло. Ну, я сегодня поставил 6 роликов. 6. Вот. Полгода карантина снял тут. 80 просмотров. И вот кто-то, только сейчас говорили, вот цифра 1, колокольчик стоит. Это кто-то новый где-то. Парализованный Сергей во славу Христа. Вот, вот сейчас я нажимаю. Вот Сергей парализован. Представьте, парализованный, и везде комментарии какие дает. Вот дальше. Колоссальные перемены геополитики, веры и нравов произойдут посредством термоядерной войны. Возможно, на Земле останется один материк Евразия. И дальше. По мощам и монашеству Максим дал дельное предложение. Вот видишь как. То есть он слушает и сразу комментирует. Человек парализованный. Вот удивительное дело, как Бог награждает. А если был не парализованный, какой он был, про себя рассказывает, вот зашел ли бы он это, дознал ли бы Бога еще. Благословит его Господь. Для меня это вообще невыносимо. Даже просто думаю, как он страдает и что есть, у меня болит, начинает все. У меня воображение такое. Спаси Христос, Сергей. Вот. Дальше. Большой самый ресурс у нас – это во свете Библии. Вот. И вот он ресурс какой. Здесь книги мои, 41 том, проповеди, тысячи, ответы, тысячи, 4124 ответы на вопросы. Ну, то есть богатый-богатый сайт. И вот я хотел сегодня показать. Я никогда не знал этого. Вот тут что тут у меня написано? О канале. Вот здесь думаю, дай-ка я нажму, что тут есть. Работаю на нем, вставляю каждый день, я не знаю, взял, нажал вот так. О канале. Что-то ничего тут не вышло. О канале. Вот. А, вот нашел. Что тут такое? Ссылки где? Вопрос задать Игнатию. Вот здесь нажми и сразу может задать вопрос. Ну, сейчас я нажму, посмотрю, что такое. Звонок в скайп Игнатию Тихоновичу. Вот оно здесь. Какое время звонить. Все здесь указано. Но это когда разница с Москвой была в 3 часа. Делайте поправку на 4 часа. Разница. То есть тут надо сбавить будет. До 17, а до 16. Не с 3, а с 2 по Москве. И звонок можете сделать. И Игнать, и по-латински, и потом и краткое, как буква У русская. И 10 вплотную. Здесь найдете. О-о-о. Вот, вот, оказывается, куда он и ведет. После этого Одноклассники. Вот, Facebook. Мой мир. Сайт во свете Библии. Сайт Orthodox Bible. Тут Google. ВКонтакте. Twitter. Instagram. Что-то такое, не знаю. Ну-ка нажму. Вот. Это модератор, администрация все это делает. Игнатий Лапкин, Теряевка, тут фотографии, тут что, о нас, поддержка, пока, конфиденциальность, условия, язык, я не знаю, тут, как дальше-то идти. Младенчество, видимо, нажать надо. Вот здесь 7 публикаций, 17 подписчиков, Теряевка, вот я нажму сейчас, что будет здесь. А, жития святых на каждый день. Ну, это, я думаю, ни у кого нет такого сокровища. 1173 жития, их сейчас по отдельности разбивают, добрый человек, вставляет, оформляет, и вообще прекрасно. Вот они идут. Сколько выставлено уже сейчас житий святых? 2 дня назад. 356
роликов. 356. Последняя святая Харитина. И так по порядку. Я когда-то насчитывал 80-е годы. И все это на сайте на нашем стоит. И вот переносят отдельно. Пожалуйста. Видите, находятся люди, которые работают. Это я здесь тоже уберу сейчас. Еще что? Живой журнал. Православный библейский сайт. Форум Игнатия Лапкина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, ну 11, наверное, или 12 разных ресурсов, где многое можно почерпнуть. Я нигде не бываю, кроме своего форума. Сайт просто так гляжу. Главное, YouTube и мой мир. Форум и мой мир. У меня фактически-то мой мир и канал, видеоканал. Все три. На трех вот я бываю здесь. Конкретно события, чем вчерашний день отличался. Какую-то женщину я увидел, в окно идет. Сегодня я здесь разговаривал с Надеждой Васильевной. И она рассказала, она ей открыла, женщине это. И потом вышла, говорила, тоже исполняет какую-то, как она сказала, миссию. Пробралась по Теряевку, по такой погоде. Вот сейчас, это вообще первый случай, кажется. Обычно лето бывает где-то. И машину уняла, и две собаки на велосипеде. И по России едет. Что она сказать была? Я через окно только глянул, понял. Мне разговаривать с ней не надо. Не полезно. Не полезно. И сейчас узнал, ролик будет стоять. «Остерегайтесь людей» называться будет. И вы увидите, как в православии сейчас понимает император. Вот его надо принять, вот, который есть. Ну и все такое проще. По монастырям она, и, видимо, беспаспортная, то другое. Это тоже что-то значит. События, дома я сижу, какие могут быть события? А чем тогда занимаетесь? Занятий у меня много, очень много. Кто-то принес мясо, кости, я не знаю где-то. Я вчера их все подвесил на калину, кормить жуланов, большая синица называется. Гляжу, кот, коты полезли. Отрывают, все едят. Нравится. Полез к голубям. Проверил все. Накормил. Где что, как здесь сделать. И молиться. Звонят люди молиться. У меня главное оружие. Вот. Это три святое и 100 поклонов. Вот. Не менее 7 раз в день. Бывает так, что у человека операцию сделали. И вчера не звонит, я даю сигнал. А он мне уже 4 раза звонит, а я не слышу. Телефон рядом лежит, и я плохо слышу. Ну и еще, да, хорошая такая обстановка. И в больнице, там жена с ребенком, делали операцию, все благополучно. Я говорю, ну и все. Теперь становимся на молитву благодарения, поднимаемся выше. Первая была просительная, вторая благодарение, а третья уже словословие. Вот у меня главное время... Я говорю, раньше я был в морфлоте, МФ, глухонемые по ним показывает, МФ, вот так вот, буква F. А теперь у меня МФ, молитва и форум. Ну, форум это значит и YouTube, прочее. Поэтому времени абсолютно нету, нисколько. Как так? Но кроме того, я еще и слушаю что-то. Вчера много тоже, как всегда, слушаю, и меня интересует... Смерть, болезни, артистов. Узнаю как бы из первоисточника, как вели себя великие вожди, как, вот, к чему призывали, какие-то новости. Много про этого узнала Павла, вот, убили, подорвали его. Ну и что, Бог прав, взявший меч от меча погибнет. Что еще доказывать? Я ни за, ни против, я просто говорю. Бог сказал. Итак, на его сколько он там и дебал, где там было у них окружение, он воевал в разных местах. А он не убивал людей, убивал и сам убитый. И так сказать, Бог прав на эти сообщения. Теперь мы будем мстить там, не оставлять живых всех офицеров. Ну, причем те, которые ничего не делали этого. Дальше начинается уже сатана разворачивает. А что сделать? Ничего, похоронить, и чтобы не воевали так, не убивали. Христианина убивает, ну куда это годится? Если он христианин, ну не христианин, нам разговаривать о нем не надо.
он хороший, жена, дети. Хороший, но кого он убивал-то тоже? Он же убивал, прямо пишет, убивал, воевал. У тех тоже жены и дети. Ну почему дальше-то не рассматривают? Почему в одни ворота-то, как говорится, и играют-то? Ну нельзя так, двойной стандарт. Он убивал, это хорошо. Это зулусы. Зулусы племя такое. Я отнял жену, убил врага, завладел имуществом, это хорошо. А если он у меня отнял жену, убил меня, это плохо. Хорошо и плохо разбирать надо во свете Библии. Убивать плохо, ненавидеть плохо. Накорми врага, напой его. А вы могли бы перемирить? Ну из-за чего война идет-то? Ну и на это надо смотреть, и глубже смотреть. Вот сейчас в Испании, везде там захватывают дома. Эти где-то, да, конечно, все это печально. Это мигранты, которые, иммигранты едут тут, и они, видно, молодежь там, и то другое. Ну а почему дальше-то не посмотреть-то? Мы получаем то, что сеяли. Завоевал Ермолов когда-то, Чечню и прочее, воевал, убивал. Ну считайте Хаджи Мурат Льва Николаевича Толстого. Считать страшно, что вытворяли. Ну и все. Да Тарас Бульба даже просчитайте, как с евреями поступали. Мы же христиане, мы не можем тем же самым платить. Мы христиане. Мы мирные люди для Бога. А не так, что наш бронепоезд стоит на запасном пути. У нас на запасном пути должны стоять продукты, чем как помочь. Вот глядишь, в Сирии там помогают, бросают мешки и падают ракеты. Так их не выпустят сюда. Я не вмешиваюсь, это убивает, не убивает, но убивать плохо. Кого бы ни было. Мне всех жалко. Он мог бы жить, много добра сделать. Мать кормила его, тетешка радовалась. И теперь его нету. Его нету. Кого бы ни было, мы должны пытаться обратить ко Христу, чтобы он жил с Богом, и душа его не погибла. Вот на сегодняшний день, рассматривая вчерашний день, вот такое дело. Смотрите, когда вот эта женщина, Татьяна звать ее, обрати ее, Господи. Я думаю, она, если она в Потеряевку ехала, только со мной встретиться, и тут приехала, нашла, взяла адрес, то она еще будет стучаться здесь. Она просто так не уедет, ну, представляете, такую даль. Ей надо сказать, засвидетельствовать, чтобы я принял этого императора. Я не принимаю и не верю в это, зачем мне нужно? Я отказываюсь от, не от одной встречи. Я рассказываю, приезжал сюда Баранов Михаил, бывший монах, теперь он с Невзоровым все время собирает всякий компромат там. Ну, делает и делает. Со мной встречи нет, я отказался. Зачем? А не то, что она меня компрометирует, она мне о чем говорить. У меня слишком много ресурсов выставлено здесь. Бери. Ты Богу дал обет, обманул, почему ты меня не обманешь? Просто внутренне я не расположен. А монахи приезжают, я монахи, а вы против монахов? Нет, я за. Я подойду, благословлюсь, он и монах, если. Но я ему говорю, что ты должен идти благовествовать. Но если он надумал жениться и ко мне приезжают, там бывает там и радиакон, ну, то тут уже со мной разговаривать трудно. Я против. Дал Богу обещание, теперь на узел завязываю все прихоти. Все кончилось. Итак, Богу нашему слава во веки веков. Еще сидят где? Здесь динамики, а они у меня сидят здесь. Им хорошо.